Здравствуйте. Вот поехал. Тут сейчас мордежки поставил, вчера бросил. Три штуки. Сейчас вот четвертую везу еще, думаю, бросить. Пусть андатры попадают. Сегодня он вперед вездехода закупорил. Тот раз ехал, карбюратор замерзал, похоже. Потом домой ехал уже. Думаю, что замерз. А оказалось, приехал домой, 15 градусов морозу было. И у меня двигатель как стоял. Ну вот, открыто все. И он, похоже, карбюратор холодный воздух тянет и стал закурживать. На малых оборотах работает, как бывает на машине, раньше тоже так же замерзало. И вот решил сегодня тут ворота сделать, как на броневике. Вот. Так что сейчас поговорим, пойдем к делу смотреть. Тут я поставил вот здесь три морды, сейчас четвертую уточню и погляжу, что он попал. Думаю, наверняка попал, но это сейчас проверять можно через 2-3 дня. Ну, я поеду сейчас проверю. Потому что морды привез, брошу еще. Так, вечером поздно ставил. Посмотрим, потом на куницу еще проеду, проверю здесь ближние капканы. Вот так я ставлю морды, бросаю вот тут потока, протока какая-то. И вон туда идет протока. И сюда там. И вот я решил, дай попробую сюда мордежку засуну. Угадал, не угадал. Попала одна маленькая. Раскочила небольшая. Небольшая. У нас жила есть. Может, работает дальше. Одно попало, может еще остальные попасть. Ладно, я посмотрю, вон одну проверил, пусто. Жил, надо искать, где не ползай. Вот еще одну мордежку выдолбил. Вот тут такая жила. Вон хатка. Тут хата. Ну, и вот хата. И вот я тут поставил мордежку. Сейчас посмотрим, угадал, не угадал. Так, лунку я побольше раздолбливай. Я здесь немножко угадал лучше вроде. Цепляется, варежки-то. Надо там дно делать обычно, чтобы все дно вытаскивать их. Отвяжешь там внутри. Спасать надо так, что примерзнуть не пока кожу ковыряешь. Вот падает туда мордой здесь сюда. Вот такая средняя андатра нормальная. В таких перчатках плохо, на резиновые перчатки, которые не цепляются так и не мокнут. Вот так вот. Бог любит троицу, конечно. Ну и что, я вчера вечером поставил, поздно уже, а то так попутный груз. Ну, ладно, сейчас пойдем. Что тут искать другие ходы? Вот тут жила, значит, хорошая, андатра ползает, значит, угадал, там андатру. Сейчас пройдусь и посмотрю, где он, да, ближе к тому стороне. Может, там, где есть ходок. И еще забьем одну морду. Вот, стал аккурат, хорошо. Аккурат. Такой проток тут.
хороший. И вот по этой протоке и тут даже андатры хаты. Вот они. Большие хаты. Туда если идти, там думаю, дальше еще хаты есть. Вон там тоже третий вон. Ладно, сейчас посмотрю. Конечно, можно бы ту морду туда перевести, туда, в эту сторону. Думаю, надежнее было. Ну ладно, пока оставим на сегодня. Ладно, пойдем, сейчас посмотрим, еще немного ладно. Лед, конечно, не очень толстый. Ну, намерзат. Уже хаток, ну, андаторов много тут. 2, 3, 4. 4 штуки вижу вот рядом так. И тут где-нибудь, чтобы перешейки поставить. Вон там здоровая хата, даже пятая. Вот. Целая семья тут огромная живет. Ладно, посмотрим, что день-два. Подмерзнет немного посильнее. Завтра потеплее передают, там этот ручей протаивать. Вот если будет около ноля, то это ручей быстро протает. Ну ладно, подождем. Ладно, едем, проверим. На куницу капканчики стоят. Так, иду сейчас на елку посмотреть. Тут елки как под елкой. Место так хорошее, работает. Сейчас теньку. Сейчас посмотрим, что там есть. Извините. Ну, что-то там есть. Что, куница, по-моему, темно уже стало. Ага, куница. Куница висит, капкан не вылетел. Темно сейчас. Положу еще туда потрохов. О, куница. Куничка. Сейчас подсветим фонариком. То есть телефоном. Вот. Так. Темно уже. Сейчас. Ой, штука коряги, ничего не видно уже. Поехал проверять. Поздновато вот, положил там. О, вот так вот положил туда сюда. Башку туда. Пахучее больно. Ой, воняет, падиной. И вот дичь у меня тут висит. Надо, наверное, с капканом забирать дома, оттаивать уже. Замерзло, думаю, крепко. Ладно, хорошо, что у меня тут вон палку выдернул. И все нормально. Ладно. Снимаем. Вот темно, конечно. Вот дичь опять дернул немного. Вот такая на удача бобр не упался. Проверил там. А так вот нормально. Так что смотрим. Ставим лайки. Подписываемся. Погас уже. И разбить. Всем пока. До новых встреч. Фонарь тут горит.